рыбалке. Дай, конечно. Бах! Идеально затормозил. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это канал Bass Animations, который мы сегодня смотрим. У нас тут подборка тиктоков по Friday Night Funkin'. Вот начало хорошее, да? В общем-то, в честь такого начала обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите колокольчик. Ссылка на оригинал видео в описании, переходите, поддерживайте автора тоже. Бах! Давай. Чуть-чуть я не вовремя, конечно, бахнул. Да. Слушайте, но лучше начать было просто нельзя, ребята. Эту подборку тиктоков, я считаю, в стиле Союз мультфильма, это прекрасно. Тикток Маоки. Красивые такие переходы достаточно, слушайте. Спукисов я люблю. Без этого было никуда. Ух ты. Как быстро он раскрашивает, однако. Это прикольный жанр. Вот я не знаю, как это назвать. Мгновенное рисование выглядит ничего так. Оу, сенпай! Сенпай, друг мой! Убери этот срам, пойди переоденься нормально. Так. It's all is your girlfriend! Ау! Я тоже подкраду. Ау! Иау! Ну, я только начал тут пивать шикарно. Что это? Так, у нас, значит, сенпай танцует такие... Значит, эротичные танцы. И... А я так понимаю, что Дэдди Диросту эти танцы не очень нравятся. Он его, значит, гитаркой. Что вы пристали к крыске несчастной? А где твой глаз, бойфренд? Да что у вас тут происходит? Friday Night Funkin' ноды. Так, это Томми Вайсо, по-моему, только что был. Усилис. Что это, слушай? Какая-то звукозаписывающая студия, я такого мода не знаю. Это, ну это не гача, это аниме какое-то. Так, канализация, по-моему, что ли? Не, нет, не канализация, это какой-то замок древний. Темный и мрачный. Ну, короче, я понял, кто это? Понасочиняли модов всяких тут, конечно. В этом плане вот чего не отнять, того не отнять. Фантазия мододелов работает безотказно и безостановочно. Это вообще, тут вообще не поспорь. Так, это я так понимаю, как это... Это что такое? Это как? Это как? Капи в реальной жизни, ребят. Он прожимает все стрелочки вообще. Как он это делает? Офигеть. Не, конечно, я могу с одним только согласиться. У Капи, у него движения куда более такие грациозные и масштабные. Это да. Такого ни один человек не повторит. Но, блин, это все равно очень круто. Смотрите. Он руками... Тот и руками, и ногами, а этот только ногами. Это даже в этом каком-то смысле сложнее. Так, ну-ка. Жесть. Не, ну круто, чё? Чё тут скажешь? Что-то я тоже себе заходил такую хрень, чтобы играть. Было бы прикольно попробовать. Ну я не знаю, мне, наверное, бесполезно. Я сразу всрую всё. У меня только первый месячный как раз. Дорогуша, это невозможно, у мальчиков нет месячных. Невинный памп. Да? Ну, а почему тогда у меня из жопы выходит кровь? Знаешь, это, наверное, из-за жербала, который мы туда положили. Чего, блин? Невинный памп! Невинный, да. Как там? Там было пишено невинный, да? Очень невинный. Невинный, но жопа его невинности лишилась. Ну, бывает, бывает. Человек невинный, а жопа винная. Такое бывает, да. В общем-то, все ФНФ-фаны реагируют на этот звук, пожалуйста, вы не пожалеете. Так, что сейчас будет? Ясно, ясно, да. О боже, какой прекрасный звук. Да, я не пожалел, да. Пацаны, вы что делаете? Ох, нифига. Активный отдых у ребят.
Ты там никого не это самое, не долбишь там, нет, там только, слава богу, верхнюю половину показывает. Ваш преподаватель по спукимансовскому вокалу будет гордиться. Безумие такое. Крайола. Что такое Крайола? Чем так не угодили принтеры вообще? Не понимаю. Автору этого TikTok. Господи. Какой трэш. Я вообще ни хрена не понимаю. Я ни хрена не понимаю, кроме того, что сенпая кто-то насилует. Вот это я понимаю. Все остальное под вопросом. О, Сильверуш. Так. Так, начинается вот это вот. Это шо вот? А чё так медленно? Нормально так это самое скайскайт. Скайскайт нормально. Это чё? Это чё? А? Да, пацаны. Вам реально идут такие голоса очень. Вот этим рожам такие голоса просто идут идеально, да. Смотрите. Одна... Я не знаю, как это называется. Называется маска анонимуса или как? Или как-то по-другому можно? Короче, одна маска другую делает, да. При том, что обе, в принципе, одинаково нажимают на стрелочки. Но вы понимаете, да, что тот, кто справа, тому лучше. Тот, кто справа, у того всегда какая-то фора есть, да. То есть, тот, кто слева, на него всегда насрать. Модификация хранения факта. Он может все стрелочки правильно звать, он все равно будет нажимать, все равно будет в жопе. А вот тот, кто справа, он, да, вот он, если стрелочки правильно нажимает, он победил, да. Да. Это потрясающе, это справедливость по Friday Night Funkivsky, знаете. Все Friday Night Funkivsky равны, но некоторые Friday Night Funkivsky равнее, чем другие, да. Это цитата Джорджа Оруэлла, точно так же и звучало, чтобы вы знали, да. Именно так, иначе никак, да. Ребят, ну я уже понял, я насмотрелся на ваши чудные лица. Что там дальше-то, а? Как этого плющ? Мне нравится, как он двигается, класс. Тикток Маро Руна. Окей. Это что? Это что за хит? Здрасте. А вы, однако, это... Как сказать? Расширились, выделились в определенных каких-то конструкционных элементах, да? Я только что нашел этот веб-сайт с каждым модом. PP Mods и чего? О, интересно. PP Mods. Может быть, даже стоит запомнить. Вот там что-то есть интересное. Так. Я не гей. Не надо таких предположений. Танцует шедеврально. Я считаю, у меня даже лучше получилось. Грациозней, определенно. Так. А, это я понял. Это один из таких видосов, когда меняется скин. Скин каждый раз. О, Nostalgia Critic. Я, по-моему, даже смотрел этот видос. Если Nostalgia Critic есть свои оручек либо резкий, то я, наверное, смотрел. Да. Классно выглядит, как будто две стрелочки всего в игре. Но на самом деле их вряд ли там две. Я думаю, что 4 вполне себе. Вполне себе 4. Да, я по-любому смотрел вот конкретно вот этот видос, мне кажется. По-любому, 100%. О, это, кстати, уже и конец. Там жопа. Там тебе сейчас жопа на голову упадет, а мангасик, аккуратней давай. Музыка хорошая. Музыка хорошая, можно и послушать. Чё так резко? Рисковато, однако все это дело прекратилось. Вот такие вот сегодня у нас тиктоки. Такой вот у нас сегодня видос. Еще раз напомню, что ссылка в описании под видео. Переходите, поддерживайте автора. Да, конечно. Бэх! Поддерживайте. Идеально затормозил. Поддерживайте автора, в общем. Да. И меня тоже поддерживайте. Лайк ставьте, комментарий пишите. На канал подписывайтесь, колокольчик жмите. В группу ВК вступайте, ссылка в описании. Ну и показывайте друзьям своим это видео тоже. Все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.